Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Позиція». Гість нашої студії Антон Кісе, народний депутат України. Я вас вітаю в нашій студії. Здравствуйте. Якщо підсумовувати загалом цей політичний сезон, яким він був? Я би, скоріше всього, сказав, що він продуктивний містами. А значительна частина, ну, політиканство і популізм преодолівають всі розумні ті підходи, які необхідно реалізовувати. Я маю в виду в плані принятия законов, выполнение основной задачи парламентариев, депутатов, это принимать те законы, которые должны реализовываться Кабинетом министров и всеми теми институтами власти, которые обязаны это делать. А у нас, в общем, то инициатива сложить мандат, это складывайте. Не надо ходить к вам на эфиры и рассказывать, что я хочу сложить мандат. Я не хочу складывать мандат, но я готов идти на выборы, если ничего не удается сделать. А мы видим, что это все игра, затягивание времени, это в период, скажем так, летних каникул для депутата, отпуска, законного, я скажу. Если кто-то говорит, что не надо в отпуск идти, например, я устал, я считаю, что надо идти в отпуск. Пытаются вообще раскачивать лодку. Надо работать, принимать законы. И для этого есть по тарифам вопрос. Какие проблемы? Давайте создавать комиссию и рассматривать целесообразность этих тарифов, насколько возможна их оплата, как работают субсидии, с одной стороны. С другой стороны, наряду с этими субсидиями, если говорить там, о моем избирательном округе, где большинство людей не имеют газа, там главная проблема – это электроэнергия, это дрова, это уголь. То есть это очень широкий спектр вопросов, для этого надо садиться и работать, и давать соответствующие рекомендации, выполнять эти задачи Кабинету министров Украины. Вот я как себе это вижу. Если где-то что не так, вот Кабинет министров будет в пятницу, надо вызывать на трибуну тот, кто несет ответственность, задавать ему вопросы и принимать решение по существу вопроса. Если не справляется какой-то министр, давайте ставим вопрос о том, что его надо отозвать и снять с должности. Надо жорстко підходити до цього питання. А загалом, якщо говорити про ту ситуацію, яка склалася на сьогодні, в чому він може бути вихід із цієї ситуації? Ви згадали про складання мандатів. Ви, зокрема, представляєте в парламенті депутатську групу «Відродження». Як це питання обговорюється у вас в групі і загалом вирішення цього питання? Якась є узгоджена позиція? Ну, знаєте, ми навіть об цьому не говоримо, тому що це безполезна трата часу. У нас все депутаты-мажоритарщики, я уже сказал, что мы готовы к выборам. Другое дело, что хотя бы оправдать частично то доверие, которое было оказано, и принимать соответствующие решения, которые бы уже в канун зимы могли бы решить те социальные вопросы, которые требуют решения. Вот это главное. А остальное – это все игра в политику. Кто-то там где-то присел, кто-то где-то стал, кто-то что-то блокирует. Надо ходить на согласительные советы и отрабатывать все вопросы. Это первое. И второе, руководство Верховного Совета, Верховной Рады и спикеру необходимо согласованное решение выносить. Потому что зачастую смотришь повестку дня, нет ключевых тех вопросов, тех законов. Надо четко ставить те вопросы, которые ставит фракция. Вот мы хотим этот закон внести, чтобы он был рассмотрен. Принимается, голосуется. И когда каждая фракция видит, каждая группа, каждый депутат, что там есть его закон, где он обязан его поддержать, потому что это требование его избирателей. Тогда и активность будет другая. Сегодня посмотрите повестку дня. Да, парламентские слушания важны по физкультуре и спорту, защите этих объектов, по туризму. Это важно. Но наряду с этими важными такими слушаниями, постановами, которые были приняты, необходимо консолидирующие болезненные вопросы выносить для того, чтобы они были рассмотрены. И ничего страшного, если они не будут приняты. То есть это идет нормальный политический процесс, когда острые вопросы ставятся. Мы пытаемся избежать острых вопросов. Но если будут эти питания узгоджены, то решения 100% будут ухвалены? Я думаю, что да. Якщо говорити про рішення і про документи, які повинні розглядатися і ухвалюватися, зокрема, питання по децентралізації. В порядку денному є питання, і до кінця сесії хотіли впоратися з декількома з переліком питань, які стосуються впорядкування, внормування окремих проблемних моментів, пов'язаних з проведенням децентралізації. Що насправді, якщо говорити про практичне втілення самої децентралізації, як зараз на практиці відбувається децентралізація і які проблеми? Знаете, я могу сказать юге Одесской области, Украинской Бессарабии, что процесс децентрализации
уже его так заговорили, что об этом уже только ленивый не слышал или не знает. Понимаете? Вопрос в другом. Четкое исполнение закона. Закон четко регламентирует следующее. Добровольное объединение громад. Если добровольное объединение громад, значит, если есть какие-то предложения там, районной власти, областной власти, кабинета министров, института власти по объединению громад, они должны вынести этот вопрос в то или иное село, в тот или иной поселок, с тем, чтобы на сборах громад, на общем собрании было принято решение. И потом на базе этого решения, их решение было доведено до института власти. Если люди говорят, что это нам не подходит, значит, мы не могли их уговорить. Мы не могли им представить варианты, что им будет лучше, что не будут уничтожены садики, школы и так далее, и так далее. О какой децентрализации можно говорить на юге Одесской области, когда дорог нету между селом, между районами? Те руководители районов, которые сейчас работают у нас в районных администрациях, это люди, которые не подготовлены для того, чтобы довести те решения, которые приняты парламентом и кабинетом министров, до людей. Они не способны. А давайте зараз... Это кабинетные люди, которые пугают сельских голов, просто пугают. А те делают вид, что боятся, просто думают, ну, Антон что с ними говорить. А вы можете зараз назвать главные акценти зробити на тих проблемних моментах, що стримують процес децентралізації об'єднання громад саме на Одещині? Відповідаю на вопрос. От надо советоваться с людьми. От сьогодні, зараз буде буквально, я спішу, видимо, і спасибо вам, що ми швидко так проводимо такий бліц. Приїхало 50 сільських голов юга Одеської області з районів Тарутинський, Арцизький, Болградський, Саратський, Кілійський. С ними сейчас будет проведена встреча с парламентариями, с комитета по местному самоуправлению, специалистами в области децентрализации, которые смогут ответить на те или иные вопросы, с руководителями ассоциаций городов. И сейчас будет, сейчас они в парламенте ознакомятся, как работает парламент, и после этого у них будет такой круглый стол, где они зададут вопрос. И уже я не ожидаю, чтобы кто-то им ответил. Пусть ответят те специалисты, которые могут ответить. И обменяются мнениями. И тогда будем вырабатывать еще раз. Я могу на этот вопрос ответить. Это тема отдельной передачи. Когда в законе написано учитывать этнические факторы, а в постанове Кабинета министров он не учитывается. Когда народный депутат Кисе сегодня судится с Кабмином, было судебное заседание в административном суде. И когда там представители спрашивают, что вы пишете, зачем вы затягиваете? Он говорит, нам сказали затягивать, потому что мы должны выполнить закон, а мы чушь написали в постанове Кабинета министров, бывший Кабинет министров. Вот для этого сегодня проводится эта встреча, чтобы люди услышали. Тобто враховувати этнический принцип, это обовязково для Одещина, конечно, особливо. 100%. И второй вопрос. Вот сегодня здесь большая делегация, я затронул вопрос по дорогам. Они пикетировали сегодня, высказали свою позицию в парламенте, в кабинете министров по ремонту, капитальному ремонту дороги Одесса-Рені. Потому что столько уже наговорили. Спасибо вашему каналу, сколько показывали. Сегодня, кроме говорили, задается вопрос, где деньги, где они лежат, и когда, и каким образом будет проводиться этот ремонт. Лоты, тендер проведен. Люди ставят конкретно. Вы говорили капитальный ремонт, реконструкция. Сегодня вы говорите о том, что 220 километров проведем ямочный ремонт, а там 61 километр проведем капитальный ремонт. Уже скоро мы оставим только эти 60 километров и все. Оказывается, денег-то гулькин нос. Там областной бюджет 100 миллионов реальных, региональный фонд 134 миллиона. Это реально. Где деньги от перевыполнения плана по таможенным сборам? Говорят, 90 миллионов. Их не могут найти в государстве Украины. Они также должны были пойти на дорогу. Ну, конечно. Мы же инициировали этот закон. Люди. 46 тысяч подписей. Поддержка президента этой инициативы. И сегодня ноль. А задача очень простая. Чего люди пришли? Они ставят. Делайте ямочный ремонт. Кто делает? Знаете, как надо в прошлой власти, еще когда коммунисты были, плакат или как бигборд у нас называется. Работу выполняет такая-то фирма, заказчик управления там дорог или Украавтодор ответственный, какое финансировать и срок гарантирования вот этого ремонта, чтобы это висело и чтобы знали кто, когда. Дійсно, дорога Одеса-Рені настільки відома, що вже, мабуть, і туди екскурсії будуть їздити для того, щоб подивитися. Ви звините, у нас 200 років Арцизу. Это известный город не только
в Одесской области, но и по Украине. Это в свое время ее основали колонисты-немцы. Приедут делегации 200 человек. Приедут к нам в Арциз. Так они проехать туда не могут. Они проехать, то есть они не могут даже по Одессе-Рени, от Одессы до Саратова разбитая, от Саратова до Арциза, это вообще катастрофа. Мало того, осенью Бессарабская ярмарка, где она традиционная, приедут массу гостей, все, это просто позор, позор. Это трасса международного значения. Одесса-Рени, это вообще трасса, это связывает Европу с Украиной, я об этом устал. Уже все знают, в парламенте все знают, в кабине все знают. Вчера Владимир Борисович Гройсман меня пригласил, мы были с группой депутатов. Говорит, все, закрепляю вице-премьера за этим вопросом, он будет двигать. Дай бог, хочется видеть. Второй, третий вопрос, который люди сейчас пошли выражать свои недовольства по отношению к работе Укрзалезницы, уже к новому руководству. Было прежнее руководство, началось решение вопросов по инициативу людей при моей поддержке связать Березино, это станция Березино Одесской области, Украина, станция Бессарабка, Молдова, 22 километра, с тем, чтобы выйти на Рени и обеспечивать в том числе порт Рени объемами перевозок. Потому что и это бы дало 6 районам активно в этой фазе заниматься экономикой. Это прежде всего. И второе, решило бы многие вопросы, связанные между Приднестровьем и Молдовой. Молдова готова, уже бьет в колокола, уже массу звонков. Когда мы начнем работать? Начали строить переправу Исакча-Орловка, которая свяжет дорогу Одесса-Рени прямо в Румынию. Это буквально в Одессе вы в час. Вы уже в Болгарии, в Варне будете в 5 часов пить кофе. Это все дорога... реально. Так что вы думаете, сейчас этот проект приостановлен на полгода из-за того, что мы не делаем Одесу-Рени? Якщо це дорога дійсно трансконтинентального значення, тут зараз розглядається можливість створення концесій, міжнародних концесій, концесій в управління людям. Можливо, це вихід із ситуації, щоб... Я вам скажу вихід. Ви дуже правильно говорите. Якщо ми будемо ще искати якісь пути, ми затягнемо це ще на 10 лет. Сьогодні... Было сказано о том, что есть финансирование, есть источники финансирования, они определены. Покажите поступление средств от этих источников финансирования. Если кто-то не справляется с таможенными сборами, уволить, а как иначе? Если какие-то бюджетные средства заложены, а каким-то образом их куда-то переправили, они не поступили по целевому назначению, значит, надо принять соответствующие меры. По-другому нельзя. По-другому будет следующим. В следующий раз... Я иду как раз от митинг кабинета министров. В следующий раз Бессарабия украинская приедет и с палатками будет здесь находиться столько, сколько надо, потому что перевозчики, особенно те люди, которые постоянно ездят, это микроавтобусы, автобусы, вы знаете, как наказать чиновника? Не надо ему ничего говорить, не надо же его бить и в баке бросать. Надо его месяц, чтобы он ездил с Одессы в Тарутино, с Тарутино в Одессу, трассу с Измаила, да, в Одессу, Одесса-Измаил, Одесса-Болград, Болград, вот пусть поездит, и больше ему ничего не чому надо. Чому ми так довго говоримо? Можливо, вихід такий, виставити терміни і визначити відповідальних, і нарешті відповідальних знайти і покарати. Точно є, напевно, буде. Точно, і забыть, що є інтернет і телевидение. Те, хто назначені сьогодні на государственные должности, они должны не писать в фейсбуках и рассказывать, они должны работать. И рассказывают только тогда, когда что-то сделано. А то рассказывают, кто-то виноват. Есть вертикаль власти. Президент, кабинет министров, областная администрация, районная администрация, есть Министерство инфраструктуры, есть Укравтодоры, есть Облавтодоры, есть соответствующие институты. Они должны работать. І повинні нести відповідальність. Дійсно, якщо чиновники не можуть або не хочуть працювати, так, то, напевно, є такий досить вагомий інструмент – це громадянський тиск. І тут вже терпіння на межі, тому потрібно його застосовувати. Дякую вам за підсказку, так і зробимо. Антон Кісе, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, що завітали до нас, нашим глядачам. Дякую за увагу і дякую за довіру до парламентського. Зустрінемось.